Так. Ну что, Максим, начинаем? Ну, я рад вас всех видеть. Значит, мы открываем официально сегодня предвыборный штаб гражданской инициативы в Калуге. Ленточку перерезать не будем. Вот. Но надеюсь, что он станет таким вот притягательным местом для гражданских активных калужан. Вот. Я вообще хотел, когда я готовился к этой встрече, начать со слов «Здравствуйте, земляки». Это не дежурная фраза, потому что мой прадедушка Василий Петрович Нечаев был из Юхнова и купцом второй гильдии. Поэтому вот там один из исторических корешков, он у меня отсюда. Я, если кто-то не знает, я представитель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. Я тоже буду баллотироваться в законодательное собрание. И более того, я здесь собираюсь работать. Потому что мне область кажется с очень хорошим потенциалом, но который, особенно в последние годы, мягко говоря, используется не очень эффективно. Сейчас, в принципе, в стране положение, конечно, очень тяжелое. И вот недавно были такие бравурные заявления со стороны наших больших начальников, что там, кризис уже заканчивается, и чуть ли не в конце года начнется экономический рост. Ну вот, поверьте мне, как в известном анекдоте про Карла Маркса, как старшему экономисту, к сожалению, это большая иллюзия. И вот сейчас недавно вышли отчетные данные за апрель, ситуация, конечно, просто катастрофическая. То есть, ну я не буду вас грузить цифрами, но там падение ВВП на 2,5%, падение инвестиций на 4%, падение реальной зарплаты с поправкой на инфляцию на 10% с лишним. Инфляция в пересчете на год 16,5%, хотя я думаю, что любая, как минимум, домохозяйка назовется на другие цифры. И, в общем, будет недалеко от истины, потому что это я вот называю официальные цифры Росстата. И в этом смысле вот такая ситуация, когда, мне кажется, любой и ответственный политик, и просто неравнодушный человек, он должен слезть с печи и все-таки начать заниматься, в том числе политикой, для того, чтобы каким-то образом ситуацию в стране поменять. Потому что иначе совершенно очевидно, что мы идем в тупик вот с той моделью развития, которая была выбрана. Это курс на крупные госкомпании, которые управляются конкретными друзьями семьи с чрезвычайно низкой эффективностью, с разбазариванием средств, с незаинтересованностью в инновациях, с ужасающей коррупцией. И, в общем, мы все глубже и глубже садимся вот на эту нефтяную иглу. Ну, это как бы общефедеральная ситуация, но она, безусловно, проецируется на регионы. И, в частности, меня очень беспокоит одна ошибка, которую делают в последние годы наши власти, и причем делают все более и более, это абсолютное финансовое обезвоживание регионов. Значит, у нас в начале нулевых годов, под первый срок Путина, была сделана такая достаточно интересная либеральная, в общем, программа, и в рамках нее принят бюджетный кодекс, когда доходы должны были делиться между федеральным бюджетом и бюджетами остальных уровней 50 на 50. Сейчас у нас это выглядит 62% федеральный бюджет без внебюджетных фондов, там пенсионного и так далее, 25% регионы и 10% муниципалитеты. То есть вот местное самоуправление, где реально идет, собственно, вся вот жизнь людей каждодневная, оно абсолютно финансово обезвожено. И, кстати, вот забегая вперед, ситуация политически понятна, да? То есть вы все деньги стягиваете, а потом лояльным регионам, под правильные результаты выборов, под решение каких-то других политических задач, вы деньги раздаете. К сожалению, ровно та же история воспроизводится дальше на уровне региона. Я вот сейчас еще очень-очень предварительно мы будем делать серьезную программу для Калужской области, и надеюсь, что с вашей помощью, и мы хотим организовать такой цикл, может быть, мини-круглых столов по конкретным проблемам, начиная от экологии и кончая налоговыми режимами.
Вот. Но ситуация повторяется с точностью до прямо 100% на региональном уровне. Как вы думаете, сколько процентов, значит, один из основных налогов, да, который делится на местном уровне и, собственно, подпитывает региональные и муниципальные бюджеты, это акцизы на бензин, моторное топливо, другие нефтепродукты. Как вы думаете, как он делится между областным бюджетом и муниципальными? Просто кто-нибудь из вас знает цифру? В Калужской области? Никак. Все в области. Ну ладно, уж так прям не обижайте. 10% идет муниципалитетам и 90% в области. То есть абсолютно вот такой же федеральный подход. Все под себя, а потом, значит, будем раздавать. Причем, как раздают, вот тоже я посмотрел, значит, какие субсидии из областного бюджета идут в районы. Я ничего не понял. Вот честно, не понял ничего. Ну, кроме, наверное, желания, вот, чтобы была такая средняя температура в госпитале, более-менее приличная. Да? Значит, там Малоярославскому району 14%, там кому-то 72%. То ли эти, значит, хорошо работают, по этому принципу им ничего не дают, то ли у тех какие-то особые отношения с областной властью, надо разбираться, одним словом. Вот. Но вот бюджет абсолютно непрозрачный. Я говорю, каждая позиция, я не лениво, 2 часа внимательно смотрел бюджет Калужской области. Прям по пунктам. Вопросов гораздо больше, чем ответов пока. Значит, в принципе, конечно, надо отдать должное все-таки областной власти. Конечно, ситуация гораздо лучше, чем в значительной части другой России, при том, что это все-таки область не газовая, не нефтяная. Значит, действительно, честь и хвала, что смогли создать этот автомобильный кластер. Но это тоже, знаете, немножко напоминает такую нефтяную иглу. Вот сейчас загрузка упала, и все. Бюджет разваливается, безработица скрытая резко растет. То есть реальной поддержки, скажем, малого бизнеса, вот как во всем мире это устроено, да, есть крупная автомобильная компания, там у нее крупный завод, она здесь работает. Дальше, с одной стороны, налоговым стимулированием, с другой стороны, отчасти, может быть, даже и разумными административными методами. Не когда там губернатор вызывает генерального президента General Motors и стучит кулаком по столу, вот, а разумным законодательством. Значит, с тем, чтобы значительная часть подрядов шла малому и среднему бизнесу. На самом деле, вот, еще раз говорю, слава тебе, Господи, что такой кластер был создан. Только не надо никаких фанфар, потому что, например, по Шкоде, которая сейчас стала основной моделью, знаете уровень локализации? 9%. 9%. Это реально это отверточная сборка. Совершенно, так сказать, унизительное, в общем, не очень дающее что-то в смысле трудовых ресурсов и так далее. Но что меня больше всего в этом смысле и собственно, и вас должно беспокоить, это какое-то фантастическое нарастание долгов. То есть я вот посмотрел график. За последние буквально 2 года, вот экспонент вот такая. Значит, сначала по 500 миллионов в год, потом по 1 миллиарду в год, сейчас по 1,5 миллиарда в год растет долг области. На этот год, значит, еще 1,2 миллиарда заложено, рост долга. Общий потолок долга будет 27,2 миллиарда рублей. При всех доходах бюджета области 42 миллиарда. Планируемых, да. Нет, и то они уже снизились на 5 миллиардов по сравнению с прошлым годом. Хорошо, пусть даже это будет выполнено. Это значит, что 70% задолженность. То есть область так плавненько, но очень настойчиво становится банкротом. Поэтому, безусловно, надо будет всерьез разбираться, конечно, и с доходной частью. Прежде всего, с созданием налоговой базы, не упаси Боже, не с повышением налогов, иначе мы и остатки бизнеса задушим.
а созданием именно налоговой базы. С другой стороны, с расходами. Мне очень понравился пункт один. На представительство Калужской области при правительстве Российской Федерации тратится, вот боюсь соврать, но не на порядок. Могу сейчас компьютер открыть и точно сказать. Порядка 150 миллионов рублей в год. В частности, главный представитель получает 2,5 миллиона. Я хочу Анатолию Дмитриевичу предложить, я готов эту функцию выполнять бесплатно. Вот если кто-то есть, кто к нему вхож прямо там сегодня вечером, вот, пожалуйста, ему от меня передайте. Я готов выполнять эту функцию бесплатно и сэкономить в области 2,5 миллиона. Ну, думаю, что можно и остальную челядь там тоже как-то поджать. Странная, конечно, ситуация с сельским хозяйством. Значит, 242 тысячи человек работают в области сельского хозяйства. Это, грубо говоря, четверть всех занятых. Производит 8% регионального продукта. Производительность труда никакая. При том, что традиционно это все-таки был достаточно такой развитый в агропромышленном смысле регион. А вот Анатолий Дмитриевич. Сейчас. Я прошу прощения. Сейчас мы выключим. Это московский журналист звонит. Значит, я еще помню, когда я был маленьким, там мы с бабушкой ходили на рынок, она спрашивала, если там картошка и молоко калужское, и сметана, то мы ее обязательно покупали. В области были традиции. Вот. Сейчас, конечно, то есть там какие-то удачные примеры, вот, ваш, надеюсь. Но в целом, конечно, сектор, ну, может быть, не в провальном состоянии, но, во всяком случае, совершенно не в том, в котором он мог бы быть, и с учетом там количества пашни и всего остального. Вот. Для меня лично большая потеря, что закрылся Калужский ликероводочный завод. Я очень любил калужские настойки на разных там вкусных ягодах. Поэтому, может быть, подытоживаю, чтобы я не монополизировал трибуну, а мы как-то это делали больше в режиме диалога. Серьезно, надо, конечно, серьезно областью заниматься. Вот. И я абсолютно убежден, и мы на этих выборах будем делать на это ставку, что должны быть в значительной степени новые люди. Новые лица в политике. Не как самоцель, да, вот там, Виталий Алексеевич, опытный политик, все, значит, 20 лет в политике вычеркиваем. Вот. Нет, никого вычеркивать не будем. Но мы действительно хотим привести все-таки новых людей, при этом людей профессиональных в первую очередь. Я в этом смысле на Анатолия Борисовича очень надеюсь. Просто как мне кажется, пример, когда человек, владея ремеслом, может по своему конкретному направлению принести большую пользу. Вот, поэтому мы бы хотели, чтобы в нашем списке были люди, представляющие самые разные ремесла, если хотите. И я надеюсь, что мы с вами проведем такую, в хорошем смысле этого слова, веселую, энергичную кампанию, и мы, безусловно, настроены на победу. Спасибо. Я не всех еще знаю, поэтому у меня просьба. Представляю. Вы очень интересное слово сказали, упомянули, что семья правит. Я хорошо понимаю, 90-е годы семья там была, дочь Ельцина, Бурис и же с ними. А что вы имели сегодня в виду, говоря о том, что семья там правит? Озеро. Я, к сожалению, не произнес слово «семья» ни разу. Может быть, это была моя ошибка.
Но слово «семья» я не произнес ни разу. Нет, я сказал другое, что, к сожалению, была сделана ставка на крупные госкомпании, которые абсолютно подавляют конкуренцию, которые находятся в привилегированных условиях, которые, вот если вы откроете там антикризисный план правительства, то в значительной степени вся господдержка ориентирована на них. На там триллион триста миллиардов тратится, например, на поддержку банковского сектора, из которых 1,250 триллиона тратится на 4 госбанка. И возглавляют эти компании, да, друзья Владимира Владимировича. Это, что называется, медицинский факт. Но это все-таки не семья, поэтому слово «семья» я не использовал. Я, кстати, Геннадия Эдуардовича Бурбулеса знаю достаточно хорошо. Я не знаю, членом какой семьи он был. Вы сказали, что рассчитываете на победу. Можно ли было бы вот в цифрах, какое количество мандатов вы хотели, вы планируете получить на выборах городскую думу, на выборах законодательного собрания? Ну, для нас, конечно, основной приоритет – это законодательное собрание. Если мы сумеем мобилизовать достойных кандидатов для городской думы, безусловно, мы туда будем тоже людей выдвигать. Но все-таки основной приоритет – это законодательное собрание. Но вот мы все-таки реалисты. С одной стороны, мы романтики, но с другой стороны, мы не фантазеры и не иллюзионисты. Вот. Поэтому мы ставим перед собой цель где-то 20%. Но я думаю, что для реальной оппозиции, вот не для филиалов «Единой России» с разными вывесками, там, ЛДПР, не хочу никого обидеть, если здесь есть поклонники Владимира Вольфовича Жириновского, сам по себе мужчина, безусловно, талантливый. Вот, там, где есть «Единая Россия», у нее есть там такие филиальчики, ЛПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Вот. А если говорить о вот, реальной оппозиции, то я думаю, что 20% это, конечно, будет очень солидный результат. Газета «Калужская неделя», Андрей Гусин. Андрей Алексеевич, скажите, пожалуйста, вот ведь предвыборные вот этой борьбе своего, планируете ли объединяться в какие-то коалиции с другими партиями, или вы будете идти самостоятельно на выборы? Потому что вот ваш электорат, он как бы пересекается с электоратом Навального, Касьянова, оппозиционным движением. Вы не боитесь, что вот эти голоса, которые могли быть у вас, да, они перетекут в другие? Я, безусловно, боюсь, но не настолько, чтобы сейчас вот выйти, закрыть за собой дверь, сесть в машину и сказать, что мы ни в чем не участвуем. Упаси Боже, только чтобы вот там голоса как куда-нибудь не перетекли. Значит, поверьте мне, я, в том числе я лично, делал очень много для того, чтобы коалиция с Парнасом состоялась. Там, то, что там говорят, 6 партий, мы были одной из них, но реально это не зарегистрированные партии, это фантомы. Реально там, так же, как и партия Алексея Анатольевича Навального, при всем к нему уважении, она не зарегистрирована, партия «Прогресса», она никаких выборах участвовать не может, в этом смысле ее участие в какой-либо коалиции – это такое очень условное. Значит, потому что коалиция – это все-таки предвыборный блок. Там изначально было 3 партии. Парнас, гражданская инициатива наша и демократические выборы Милова. Мы с самого начала договаривались, у нас были такие сначала тайные посиделки, зная некоторые привычки нашей власти, знаете, там интрига развивалась как в хорошем детективном романе, мы собирались в одном месте, потом там все вместе на автобусе переезжали в другое, там все равно уже стояла камера Life News, потому что понятно, что все телефоны там прослушиваются. Но это не важно, дело житейское. Значит, мы договорились именно о предвыборном блоке, чтобы не конкурировать в регионах между собой, по возможности составить единые списки в каждом регионе, если там будет много альтернативных кандидатов, провести праймерис для выбора этих кандидатов.
Значит, потому что я сразу хочу сказать, что праймерис очень красивое, но для наших условий почти бессмысленное. Вообще, праймерис – это американское, собственно, политическое мероприятие, проводимое внутри одной партии. Когда они внутри партии определяют, значит, там, кандидатов, и то это, как правило, на что? На президента, на губернатора, там, на сенатора, потому что там всегда индивидуальные выборы. Это я понимаю. Что такое праймерис между тремя партиями, а тем более там шестью партиями, это некий абсурд на самом деле. То есть это просто такая вот идея ради идеи. Вот. Но другое дело, что тем не менее, когда много альтернативных кандидатов, нам бы найти достаточное всем количество нормальных людей, которых можно выдвинуть, чтобы за них не было, что называется, стыдно, и чтобы у них были хорошие шансы на победу. Поэтому тут пока проблема не праймерис, а проблема в том, чтобы вот найти, по крайней мере, так как мы решаем эту задачу, найти новые лица и привести их в политику. Вот. Ну вот коллегам нравится этот шум, политтехнологии, окей, я совершенно никого не критикую. Вот. Но, к сожалению, мой добрый друг Михаил Михайлович Касьянов, которого я назначал на его первую государственную должность вообще, так, к слову, он у меня в министерстве начинал работать, значит, с не менее мной ценимым Алексеем Анатольевичем Навальным, решили, что, значит, они делают коалицию по-другому. Не как предвыборный блок, а как все вступают в Парнас. Я вот... горячо мне любимая Вера Владимировна не даст соврать, что 20 лет Вера Владимировна Корзун обсуждалась тема объединения с Яблоком. Там, сначала Гайдаровской партии, потом это был СПС, потом это было там, значит, «Правое дело». И всегда уважаемый Григорий Алексеевич Явлинский говорил: «Конечно, давайте объединяться, все вступайте к нам». Говорит: «Ну подождите, Григорий Алексеевич, ну как-то это странное объединение, мы же все-таки равноправные партнеры, правда? Мы должны как-то коллегиально принимать решения». Говорит: «Конечно, конечно, будем объединяться на совершенно новых принципах теперь. Все вступают к нам». Вот я при последней нашей встрече Мише повторил просто эту фразу. Я говорю: «Ты только что критиковал Явлинского за недоговор пригодности, ты теперь стал просто Григорием Алексеевичем номер два. Вот вступайте к нам, а больше ничего слышать не хотим». Значит, ну, во-первых, мы, например, на Алтае набрали в 3,5 раза больше голосов, чем Парнас. Вот это единственный выбор, где мы участвовали совместно. Ну, почему, собственно, я должен свою партию закрывать, тем более я сам собираюсь баллотироваться. Ну, согласитесь, странная история. Представить, партия выходит из партии, чтобы баллотироваться по списку партии, которая, в общем, вызывает очень много вопросов. Начиная от того, что я даже не могу быстро выговорить, вот попробуй сейчас кто-нибудь, РПР Парнас. Республиканская партия, партия народной свободы. Вот полная. И еще там что-то в конце. Поэтому, ну вот как-то мне казалось, что вот наш подход к коалиции, он более такой адекватный. Тем более я далеко не уверен, что в силу некоторой явной маргинализации Парнас, там вольный или невольный, с усилиями кремлевской пропаганды или без них, но они, конечно, немножко в такую маргинальную плоскость сдвинулись, что их под каким-то надуманным предлогом просто там не прикроют или не приостановят деятельность, и тогда, собственно, вся вот эта вот демократическая палитра остается вообще без партийной лицензии. Здрасте. Поэтому... Ну вот, в общем, в силу некоторых недоговоров пригодности партнеров мы имеем то, что имеем. Но другое дело, что мы ведем сейчас переговоры с Яблоком. Может быть, так мы там разменяем вот Новосибирск на Калугу, но я даже боюсь зарекаться, зная, какой это сложный партнер. Ну, Яблоко, по-моему, заявил вчера, что в Калуге на выборах пойдет самостоятельно без коалиции. Нет, тут речь шла о том, что, может быть, они не пойдут. Что мы их дадим своих людей в Новосибирске, а они уступят нам Калугу. Но еще раз, зная более 20 лет Григория Алексеевича,
не переоценивает шанс, но переговоры мы так, тем не менее, ведем. Скажите, пожалуйста, вы будете баллотироваться губернатором? Я не буду баллотироваться губернатором. Я буду баллотироваться в законодательное собрание. Хотя, конечно, мне бы, наверное, и профессионально, и с точки зрения каких-то политических амбиций, было бы интересно себя в этой роли попробовать, но выборы губернатора у нас устроены так, что пока лично Владимир Владимирович вам не даст на это отмашку, шансы равны нулю. Мы в прошлом году, я это не голословно утверждаю, мы в прошлом году от нашей партии выдвигали кандидата в губернатора в 4 регионах. А в 2 регионах, в Новосибирске и на Алтае, они собрали подписи муниципальных депутатов. Они выполнили квоту. И их все равно под надуманным предлогом не зарегистрировали. С одним парнем мы дошли до Верховного суда. Я лично разговаривал с Чуром. Он сказал: Андрей Алексеевич, ну вы же все понимаете. Я сказал: я не понимаю, но понимать это не хочу. Я их заставил вынести на заседание ЦИКа по этому поводу. Там у нас был прямой телемост с Горным Алтаем, но тем не менее ЦИК принял, конечно, правильное решение. Вот. А идти по пути Алексея Анатольевича Навального и договариваться с властью, чтобы за меня подписали федоровские депутаты, это как-то не очень соответствует моим жизненным принципам. А скажите, пожалуйста, каким образом вы сказали про новые лица, да, что хотели бы видеть в списке своем, собственно, политики, да, региональном, очевидно. Каким образом вы намерены этих людей искать, привлекать, рекрутировать? Знаете, здесь нет никакого нет универсального рецепта. Ну, во-первых, у нас есть региональное отделение, вот Игорь Геннадьевич Гусев его возглавляет, и мы, безусловно, прислушиваемся к их рекомендациям именно в такой постановке задачи. Вот. Но у нас есть некое количество активистов, и к их рекомендациям мы тоже прислушиваемся. Вот. Но мы такой провели, я не знаю, какое правильное слово, скоринг, мониторинг, в принципе, некоторой вот гражданской активности в области. И нашли людей, значит, и вот вышли к ним с таким предложением. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, вот все, с кем я разговаривал, все согласились. Я добавлю, так как, в общем, в такой степени занимаюсь тоже поиском кандидатов. Максим Кац, он возглавляет наш штаб. У меня давно ощущение, и здесь оно, в общем, подтвердилось, что есть довольно много людей, которые в своей профессиональной сфере очень компетентны, и у них есть что предложить и вообще что сделать в области или в регионе, или вообще в стране. Но они как-то в политику не могут найти свой вход, потому что у них есть либо «Единая Россия» и очень системная история, которая, может быть, не подходит, а может быть, ну просто по какой-то причине не создастся, либо очень радикальные какие-то предложения, типа как вот сейчас происходит с какими-то другими партиями, когда там просто надо идти на митинг и там громко выступать, и это тоже некоторым людям не подходит. Я сам в какой-то степени такой, да, то есть я сам в Москве пошел забираться депутатом, как раз потому что вот, и мы здесь таких ищем, их много и в коммерческих организациях, и в научной среде, и очень много где они есть. Мы сейчас не озвучиваем список, потому что всякое может быть, могут там переманить или еще что-то. Но мы к выдвижению его озвучим. И мне кажется, если вот такой список сформировать удастся, это будет что-то новое. Раньше такого, по-моему, не особо происходило. То есть либо были очень системные люди, либо очень протестные. Если мы выдвинем что-то такое центристское, мне кажется, это будет интересно. Ну, я бы сказал, вот все-таки наш некий такой политический принцип. Мы, безусловно, оппонируем власти. Но, с другой стороны, вот до основания, а затем, и чем хуже, тем лучше, мне кажется, это тоже не совсем правильно. Поэтому, ну, как-то вот
Россия исчерпала свой лимит бунтов, мне кажется, на ближайшие лет 50 еще точно. Тем более, что у меня есть большое подозрение, мы с коллегой говорили сегодня уже об этом, что если, не дай бог, какой-то бунт случится, то он будет совсем не бархатной революцией 89-90 годов демократической, а он будет такой, знаете, очень красный, с сильным коричневым оттенком. Вот. И это, что называется, не дайте тебе, Господи. Можно придраться к фразе Максима по поводу того, что мы не озвучиваем имена кандидатов, потому что, может быть, да, есть опасения, что их могут переманить. Переманить, напугать или что-то. Я прошу прощения, вам зачем нужны кандидаты, в которых вы не уверены? Понимаете, мне кажется, вы должны ставку, ну, вообще по-хорошему, делают ставку на людей, в которых уверены, в которых уверены в том, что они не перешатнутся, не испугаются. Я не о том имел в виду, что их придет сейчас, не знаю, какая-нибудь другая партия и к себе в список там заманит. Что вы имели? Я имел в виду, что их могут там запугать, могут им прийти. Это то же самое, в принципе, зачем вам люди, которые боятся? Нам не нужны люди, которые боятся, но люди, которые только вступают в политику, и я не уверен, что они хотят сразу попасть в ситуацию, когда, я не знаю, там кто-то звонит, пишет. И вот мы пригласили сюда, вот у нас несколько из тех, кто, с кем мы обсуждаем выдвижение, сюда пришли. А кто пришел, тот пришел. Кто как бы нет, тех мы представим позже. То есть здесь нету какого-то неуверенности в кандидатах. Но есть понимание, что для них это что-то новое. И сразу кидать их вот в такой вот бой, это... Слушай, я вас прошу, Максим тоже еще молодой политик. Значит, не придирайтесь к формулировкам. До выдвижения списков еще выборы не объявлены. Выборы не объявлены, в этом смысле сейчас это немножко смешно. Вот. Во-вторых, это на самом деле непростая политтехнологическая задача. Значит, 20 групп можно сформировать, но не менее 10. Значит, нам еще нужно найти оптимальную комбинацию, кто из кандидатов пойдет по какой группе. Региональной, в смысле областной. И забавным образом, значит, законодательство Калужской области электоральное устроено крайне причудливо. Значит, разыгрывается 20 мест. Но вы должны выдвинуть минимум, это вот вы идете по грани, да, что вот с риском снятия просто при потере одного человека, неважно всего каких причин. Значит, 10 групп, и в каждом должно быть не менее 4 человек и кто-то еще, так сказать, в головке списка. То есть на 20 мест надо выдвинуть минимум 41 человека. Но, а реально надо выдвинуть там 60-65 человек. Зачем, если разыгрывается 20 мест, непонятно. Но так устроено законодательство. Вот, поэтому у нас еще нет этих 65 человек, и когда они будут, мы точно их озвучим. Вы будете, я вам обещаю, если хотите, вы будете первые, кто об этом узнает. Хорошо. Дайте Максиму свои координаты. За полчаса до того, как об этом узнает город и мир, об этом узнаете вы. У Максима есть мои контакты, поэтому ловлю вас на слово. Скажите, пожалуйста, хорошо. Вы сказали, что партия будет выдвигать кандидата на губернаторский уровень, да, если я правильно? Не будет. Не будет? Не будет. Опять, я, упаси Боже, не кредитую наших коллег по несостоявшейся демократической коалиции. Но вот участие в выборах ради процесса, а не ради результата, мне представляется все-таки вещью бессмысленной. Вещью бессмысленной. Поэтому мы в данном случае нацелены на результат. К сожалению, для меня большому, на губернаторских выборах, при той вот ситуации, которая сейчас есть в стране вообще и в Калужской области в частности, это невозможно. Кроме одного единственного случая, что вы идете к Анатолию Дмитриевичу и говорите: «Дорогой Анатолий Дмитриевич, разреши мне побыть 2 месяца твоим конкурентом».
И поэтому дай, пожалуйста, команду, чтобы твои ядросовские депутаты за меня расписались. Но это как-то не называется участие в выборах. Это вот, мне это не интересно. Ну, вот как бы понятно, что Логин компания далеко еще, да, но тем не менее, это, наверное, первая такая, в которой будет участвовать много партий федеральных, да, там с известными медийными лицами. В чем будет ваша фишка? Что вы такое придумаете интересное, что ну, я вот... на вас обратим внимание? Значит, я в своем вступительном слове так совсем какими-то крупными мазками вам проблемы накидал. Поэтому, если, как любит говорить пресс-секретарь Владимира Владимировича, значит, уважаемый Песков, у него теперь любимое слово «субстантивно». Вот субстантивно-контентная часть фишки будет стоять в том, что мы, у нас все-таки, ну, я там что-то понимаю в экономике, и вокруг нас так или иначе, вокруг партии, и вот сейчас и опытные политики подтянулись, там типа Володя Рыжкова, Гудковых, вот, Максим присоединился. Но есть еще некоторое экспертное сообщество, и я надеюсь, что мы сможем предложить какие-то реальные и эффективные рецепты реальных калужских проблем. Наверное, не всех, значит, но каких-то, вот, которые, так сказать, мы в том числе совместно выберем в качестве наиболее острых с одной стороны и с другой стороны, где мы действительно видим какое-то решение. Значит, это первый момент. Второй момент. Я надеюсь, что у нас будет много молодежи просто в компании. Не только в качестве кандидатов, но и в качестве просто вот... Я буду там самым старым. Значит, хотя еще так в душе чувствую себя почти молодым человеком. Вот. Поэтому я надеюсь, что это будут не, знаете, вот такие кондовые старые формы, когда нужно рассовать по почтовым ящикам 30 тысяч, 300 тысяч, а вот если 350 тысяч, то это гарантия победы. Все чушь. Значит, мы будем стараться именно встречаться с людьми, вот, и делать это весело и как-то креативно и ненавязчиво. Хотя я совершенно не собираюсь отказываться, там, если, по крайней мере, в той мере, в которой нам это положено по закону. Ну, может быть, как-то телевидение ваше, как оно называется? Ника. Нока? Нога? Ника. А? Ника, да. Ну да. Вот. Просто сегодня мы с ней вроде бы договаривались. Вот они сказали, что пока не чувствуют себе достаточно гражданского мужества показать мое лицо в явном виде на телеэкране. Вот. Хотя, что интересно, федеральные каналы очень любят, я теперь сам не хожу, потому что они наоборот, они демонстрируют плюрализм. Там сейчас очень такая модная форма, ток-шоу. Значит, ты один, и против тебя 19 человек. Он говорит, ну ты-то вот есть же, ты же был, вы же были, Андрей Алексеевич, на Первом канале, а вы говорите, нет демократии. Я говорю, а вот эти 19, которые топали, значит, и ведущий. Вот, поэтому нет, конечно, эти средства мы тоже будем использовать. Вот, ну и вот то, о чем уже Максим сказал, и я сказал, я надеюсь, что все-таки новые лица в политике, они будут для избирателя привлекательны. Ну, вы сказали, что правильно заметили, что здесь много населения живет на селе, да, и занято сельское хозяйство. То есть, вот, с одной стороны, как бы Калужская область, это регион инновационно привлекательный, да, но большинство населения, оно возрастное достаточно и сельское. Вот, и они, естественно, голосуют так, как голосуют. Вот, и они делают основной концерт, как это будет всегда. Вот, как-то с этим. Как с ним разговаривать будем, встречаться будем, убеждать будем, ничего, вот каких-то, знаете, чудодейственных средств, там типа с большого вертолета распылить специальный газ накануне выборов, который всех старушек, пенсионеров заставит пойти за нас проголосовать, а не изобрели, б, я считаю, что если бы даже изобрели, то это неправильно.
25-й кадр, не знаю, правда, есть такая технология или нет, но это неправильно. Вот. Будем убеждать. Через внуков будем убеждать. Вот внука будет соблазнять его ровесница. Очаровательная, при этом умная, при этом убежденная и во всех отношениях нормальная девушка. А он уже дальше будет бабушку убеждать. Ну, если мы не найдем напрямую. Ну, или по бабушкам я буду тогда. Игорь Геннадьевич тоже уже вот в таком возрасте, скорее, ближе к бабушкиным. Гражданскую инициативу не знаю. Да? А как вы пытаетесь, ну, как вы войдете с этой партии к людям, чтобы вас узнали? Раз узнали, плюс еще поверили. Это волшебное слово, которое вы знаете, чтобы поверить. А доверия у людей нет никакой партии. Есть негативные отношения, есть там никакое отношение, но доверия нет никакой партии. Вот если чем можно вот это доверие, завоевать его не успеет, да? А вот как-то хоть открыть или направить, чтобы люди как-то обратили внимание, не то что поверили, а обратили внимание на вот надпись и хоть запомнили и пошли. Потому что это очень сложно. Сейчас вот этот вопрос недоверия, поэтому не голосуется, а все, что голосуется, голосуются те, кто боится потерять работу. Поэтому пришел на выбранный участок и проголосовал. Остальные все не верят и не пойдут. Как бы ты им ни говорил, как бы им там плохо не было. Как бы у них в кулуарах они говорили, что вот нам это не нравится, мы готовы там. Я говорю, ну давайте, пойдите. Да нет, ну лучше вот. Это все равно бесполезно. Это грамотные люди говорят. И вот как переломить, убедить так, чтобы активность людей была хоть сдвинута. Вот не хотелось бы знать, как бы это. Волшебной палочки сделать нет. Волшебной палочки нету. Не знаю, может, у Максима есть, но пока он от меня ее скрывает. Значит, у нас есть, во-первых, одно преимущество. Первое. Одно не в смысле единственное. У нас нет антирейтинга. В отличие от там Единой России, в отличие от там, ну, если говорить о думских партиях, там, от Справедливой России, которая обещала там какой-то социализм издание второе, а окончилось все каким-то пшиком. По крайней мере, мы точно еще не сделали людям ничего плохого. Это тоже немало. Значит, дальше уже там некоторая, конечно, индивидуальная судьба, почему очень важно, еще раз на это вот акцентирую внимание, найти не в хорошем смысле этого слова, неприевшиеся политические лица. С другой стороны, безусловно, может быть, он сейчас не очень большой, но есть некий, еще может быть, там, с конца 80-х демократический электорат, который, ну вот с учетом там каких-то какого-то моего вклада в экономические реформы, я надеюсь, что он все-таки вспомнит свои былые достижения и нас поддержит. Вот. Но самое главное, значит, мы будем предлагать людям не только вот ужас, все воруют, кругом коррупция. Знаете, вот это такая моя долгая была дискуссия с покойным Борей Немцовым. Он говорит, Путин вор. Я говорю, ну хорошо. Так, дальше что? Точка. Давайте все-таки мы как-то вторую фразу произнесем. А что мы предлагаем? Значит, вот пока он не уйдет, мы ничего вообще предлагать не можем, потому что вот так. Значит, поэтому мы будем предлагать какую-то конструктивную повестку, и дальше, значит, насильно никого с дивана не сгонишь. Но постараться, значит, человеку все-таки объяснить, что эта конструктивная повестка есть, наряду с, безусловно, с критикой и с тем, что так жить нельзя. Знаете, я вам скажу, что вот есть такая не мной
придуманная, но мне очень нравящаяся сейчас так иногда гуляющая по интернету шутка, что в ближайшие месяцы нас ждет ожесточенная схватка между телевизором и холодильником. Пока телевизор побеждает, пожалуй. Но поскольку, к сожалению, большому я вот какие-то минимальные цифры вам привел, значит, безусловно, положение будет ухудшаться, и уровень жизни будет падать, то я думаю, что это людей все-таки заставит как-то задуматься, а может быть и мне что-то там своими руками сделать и изменить. Они просто начали огороды копать. Ну, окей, огороды пусть копают. Огороды они копали всегда. Урезали бюджет. Нет, огороды они копали всегда. Значит, вот когда останется один огород, тогда уже ситуация будет другая. Ну, знаете, вот когда была монетизация льгот, пенсионеры перекрывали федеральные трассы. В прошлом году в Москве, хотя это общая ситуация, порожденная, кстати, указами президента, очень благими по намерениям, но отвратительно исполненными по содержанию, так называемые майские указы, когда расходные полномочия опять переложили на регион, а денег им не дали. И дальше начали сокращать врачей, целые отделения, больницы и так далее. Так вот, в Москве я был одним из организаторов этого митинга, я знаю это доподлинно, я там выступал. В Москве на митинг вышли врачи, 3000 человек, основа режима, бюджетники канонические, не, вообще люди, так сказать, ну какой-то там абсолютно такой, да, не кровожадной профессии. Святая святых. Врачи несколько раз выходили на митинги, потому что достало. Достало. А у нас нет врачей. Они, когда все в Москве, выходят на митинги. Да, они у нас даже пару тихо все разговаривают с врачами. Ну, можно я добавлю еще? Я думаю, что все-таки как-то вы чрезмерно пессимистично относитесь. Чрезмерно пессимистично относитесь к своим ближайшим согражданам. Вот я почему-то верю как-то гораздо больше в то, что достаточно есть количество людей, которые считают, что с дивана уже пора слезть. На баррикады, может быть, еще рано, а с дивана уже пора. Можно я добавлю еще? А мы, собственно, вас же для этого и агитируем идти кандидатом, потому что вы знаете, как, в какое место надо этого человека пнуть, чтобы он упал с дивана. Я драться не привыкла, но я просто говорю... Я же не драться, я... Такие фигуры, это фигура речи. ...которые сейчас есть. И они есть на самом деле. И это очень, то есть если говорить, что вот радужные вот, глаза нет, вот Калужская область она такая. Вот пробыв там, то есть прожив здесь 20 лет, и пробыв в глубинке, работая в ЗАГС собрании, и после этого не быв депутатом, они до сих пор думают, что я депутат ЗАГС собрания. Вот, понимаете как? Вот этот менталитет, он совсем другой, чем в Москве. Есть с чем сравнить. Не клевещите на Калужскую область. Я просто здесь... говорю, что здесь работать придется очень тяжело. Да, а мы что здесь делаем? Здесь проходили от СПС, сколько там верло один, по 4, по 5. По 4, по 5 человек. Не все здесь так ужасно, как вы говорите. Вот. И наша задача, собственно, чтобы как раз на выборы пришли тоже новые люди. В том числе и молодежь, которая традиционно на них не ходит. Там бабушек как сможем сагитируем. Вот. А вот вытащить... Вот, придется ЛДПР голосовать. Понимаете? Я вот уже не понимаю, почему они там за них голосуют. Я вот сама с ним все разговаривала. Нам просто смешно. Нам нравится это все. Вот и все. Не-не, вот те, которым... Нет, те, кому просто смешно, это не наши. А они приходят. Не-не-не, вот те, которым просто смешно те, которым просто смешно и постебаться, это, скорее всего, не наши. Это не наши. Наши все-таки думающие. Но они голоса отнесут. Ну хорошо, ну что мы же не будем расстреливать у избирательных участков людей, если он несет голос Жириновского. Конечно, она выбирает свой электорат. Наша – это все-таки думающие молодежь. Дальше вопрос, как до нее достучаться. Хороший вопрос, будем думать вместе. Вот
Я может, добавлю, я в прошлом году сам ходил на выборы в Москве, это понятно, что совершенно другая история, другой регион, но тем не менее и кандидат я совсем не такой, как Андрей Алексеевич. И для депутатства в Московской городской думе не очень, мягко говоря, подхожу и по своему виду, и биографии, и всему остальному. Тем не менее, когда мы там провели большую энергичную избирательную кампанию, вот такую серьезную, когда мы встали в каждом уголке округа, и пришла молодежь, и стала уговаривать тех же бабушек, и сверстников, и всяких разных людей, в том, что есть альтернатива, она независимая, она не агрессивная, но при этом она... Ну вот, она независимая альтернатива, то люди это слушают и понимают. И вот мне удалось набрать 23%, при том, что у меня был конкурент от Яблока, который забрал 10% нашего этого электората, при том, что в этом округе никогда и близко цифр 32% демократы не получали, там было максимум там 15-20%. При этом удалось набрать мне 23%, при том, что, ну, опять же, вот, биография, опыт и прочее никак не сравнивается. Поэтому мне кажется, что если здесь мы проведем избирательную кампанию, и если здесь найдутся сторонники, или они приедут, или здесь найдутся, которые готовы агитировать, то это все должно получиться, и люди, я не знаю насчет 23%, как в Москве получилось, но мне кажется, люди поверят и поймут то, что мы хотим вам сказать. А можно реплику? Вот как раз вот вы сказали, Андрей Алексеевич, что ваш плюс-плюс вашей партии в том, что у вас нет негативного прошлого, да, и, но с другой стороны, ну, там некоторые негативные в глазах людей прошлого есть лично у вас, потому что, например, когда вы приезжали в феврале, да, и после того, как, вот, например, наш материал вышел, то самый мягкий комментарий, который был от наших читателей, это он развалил экономику в 92-м году, у него была возможность спасти страну тогда. Как вы будете вот той бабушке, которая вот живет с убеждением, как вы ее будете переубеждать в том, бабушка, что... Бабушка не понимает, что спасли. Вот вы понимаете, дело в том, что бабушка не понимает не только бабушка, но и другие люди, более там молодые, да, те, которые в экономике вообще никак, как вы с ними будете работать. И это, ну, скажем так, я считаю, что это подавляющее большинство, которые где-то что-то слышали, которые убедились, что вы в тот момент сыграли скорее негативную роль, нежели позитивную. Вот такого. Очень просто, рассказываю правду. Вот правду, если им это интересно, как это было, какое мы получили наследство, в какой ситуации начинались реформы, как в значительной степени, что определяло их ход, просто вот эта вот ситуация абсолютного развала, с одной стороны государства, с другой стороны экономики, там, с третьей стороны финансов, а с четвертой стороны, собственно, великой страны. Вот. Но в чем уж точно даже самые ярые наши критики не могут нам отказать, что основы-то рыночной экономики были созданы тогда. И дальше, вот, кстати, для той же молодежи вопрос уже, что вот то, что для них сейчас является абсолютно привычным, там, отсутствие там, не знаю, талонов на сахар, гречку, на гречку и то еще не давали, там, на сахар и водку, да, отсутствие мордобоя около универсама, значит, заполненные полки. Возможность, если у тебя там есть к этому склонность, заниматься бизнесом. При всей непростой ситуации для бизнеса в России, но тем не менее, эта возможность есть, и это не является далее уголовно наказуемым преступлением. Возможность пойти на каждом углу, опять-таки, если тебе это нужно, там, поменять рубли на доллары и обратно. Получить потребительский кредит, с которыми сейчас уже люди... живут, ну, просто как, так же почти, как их западные коллеги, и так далее, и так далее. Вот все эти плюсы, это все вообще-то было заложено тогда. А еще, пожалуйста, прокомментируйте, вот, ну, так скажем, слухи, разговоры о том, что ваше участие в нынешних выборах в законодательное собрание, это просто подготовка, ну, так скажем, к старту, к выборам в Госдуму, которые будут следующие. Ну, что-то плохое. Это не слухи, это так и есть. То есть вы будете затем баллотироваться? Ну, а почему? Конечно. Но я сейчас задаю Андрею Алексеевичу вопрос, хочу узнать эту информацию от него. Почему вас так удивляет этот вопрос? Конечно, нет. Я сказал, что если мы пройдем, на что я очень надеюсь, я собираюсь работать в ЗАГС-собрании. Вот, но также совершенно честно говорю, что, конечно,
главная цель для нас, как для партии, и для меня в том числе, как там, ну, для политика, претендующего на, может быть, какой-то федеральный уровень, значит, это, конечно, Госдума и фракция в Госдуме, и возможность уже оттуда влиять на федеральную повестку дня. Поэтому никакого... Я подтверждаю эти слухи. Вызывает это некоторое, знаете, такое, ну, так скажем, некую негативную, опять же, реакцию. У нас многие депутаты, которые вроде как были здесь, потом уехали туда, они потом про Калужскую область вспоминали как-то очень, ну, так, эпизодически. Тогда, когда им нужно было. Ну, все это раз на цели. Знаете, есть все-таки презумпция невиновности в праве. Вот давайте как-то исходить из нее. Я пока еще ни разу не бросал Калужскую область. И никогда не обманывал никого. Я еще, правда, ни разу на ней не женился, но точно ни разу не бросал. Я даже забью вопрос, коллеги, если с вашего разрешения. Значит, вы вначале там сказали, что вы, так сказать, еще пока не сделали ничего плохого. Но мы как партия, я сказал. Да, как партия. Но у избирателей привито к вам лично, к Чубайсу, должен там, Кудрину и так далее, будет тянуться шлейф того состава кабинета министров либерального. Мы сейчас не будем спорить, развалили, это вопрос спорный, мы не компетентны. Но шлейф этот тянется, за ним тянется приватизация. Вы ее как оцениваете лично? Хорошо или плохо? А потом спросить народа, как он ее оценивает? Размещение резервных средств Российской Федерации за рубежом. Это Кудрин же, он же в вашей инициативе находится. Это ему рук дело было. Думаете, народ это одобряет? Мы с Америкой как-то никогда любовных чувств не испытывали друг друга. Я исключаю 45-й год. Помните, был такой фильм «Кавказская пленница»? И там, значит, вот когда что-то перечисляют его грехи, он говорит, а часовню тоже я разрушил. Поэтому я вот точно горжусь тем, что сделал лично я. В частности, вот, как я всегда говорю, вот указ о либерализации цен, положивший основу рыночной экономики, был написан вот этими тремя пальцами и соответствующее постановление правительства. Но, например, совершенно не готов нести никакой ответственности за залоговые аукционы, которые я считаю... Вот приватизация разная. Значит, безусловно, приватизация была нужна. Безусловно, советская, жесткая, закрытая плановая административная система была абсолютно неэффективной, и она рухнула. Альтернатива ей может быть либо еще худшая система типа военного коммунизма, слава тебе Господи, что эта беда нас миновала, либо рыночная экономика. Рыночная экономика без частной собственности, простите меня, не бывает. Не бывает. Поэтому приватизация была нужна. С другой стороны, вот залоговые аукционы, лично я считаю, не помню, кто это, Толеран, по-моему, говорил, да, что это хуже, чем преступление, это ошибка. Когда действительно ради поддержки Бориса Николаевича Ельцина на выборах 86 года вот пошли на... И там не надо это тоже драматизировать, эту ситуацию, возводить ее в абсолют. Тогда было 13 компаний таким образом приватизировано. Ну, действительно крупнейших. Ну, не всех крупнейших, но крупных. Просто другое дело, что еще раз говорю, я это считаю ошибкой, за это я вот, нести ответственность не подписывался, в том числе потому, что добровольно ушел из правительства за 3,5 года до их начала и, соответственно, за 4,5 года до их конца. Вот, поэтому за свои грехи отвечать готов, как и гордиться своими достижениями. За все остальные нет. Но я вам хочу сказать другое. Мы сейчас можем с вами провести эксперимент. Прямо с вами вдвоем. Сейчас выходим на площадь, останавливаем первого встречного. Значит, вы симпатичную девушку, а я какую-нибудь старушку. Значит, и задаем ей несколько простых вопросов. Дорогая, вы за частную собственность? Ну, давайте там мы какую-нибудь выборку соберем. Я думаю, что 80% скажут «да».
Вы против вмешательства государства в вашу личную жизнь? 99% скажут «да». Вы против того, чтобы, значит, у нас везде были естественные монополии, которые дальше будут бесконтрольно повышать, значит, цены под названием там тарифы естественных монополий, а вы будете потом, соответственно, платить там на 20% каждый год больше за газ, за жилищно-коммунальное хозяйство, за пассажирские перевозки, потому что у нас РЖД монополисты и так далее. Скажут, да. Вы за низкие налоги? Да. Так вы же либерал. Нет. Ну так вот, мы за эти абсолютно понятные, как мне кажется, в каком-то смысле общие ценности, в каком-то, безусловно, ценности, связанные с либеральным подходом к той же экономике. Вот. Дальше вопрос там, вот пользоваться этим термином или не пользоваться. Он просто экономит время, когда вы говорите, что вот мы за либеральную экономическую политику. Это просто означает, что вы за минимум вмешательства государства как хозяйствующего субъекта, что вы за конкуренцию, что вы за низкие налоги и так далее. Вот и все. Нет, но здесь же надо понимать такую вещь, что в определенной степени образ врага был сформирован. Да. И в одну кучу смешались пони-люди. Да? Мне тоже говорят, вы там демократы, когда мы здесь держали магазины общедоступные, это молоко, хлеб и овощи держали, чтобы они не ушли под бок. И Чубайс нам слал сюда одну за другой грозные указивки, почему вы их не приватизируете. Потому что мы не нашли еще пока формата, чтобы у нас у людей машин не было, они не могли ездить в супермаркет куда-то, они привыкли ходить пешком до магазина. Если бы их приватизировали, в них сразу бы начали брать водку. Элементарно. Ну, просто, да, пока мы не нашли механизма, удерживающего, оставляющего выгоду владельцам и удобства для граждан, мы их не приватизировали. Мы были последним городом, кто приватизировал. Но тем не менее, мне говорят, а вы там с Чубайс. Ну вот это, к сожалению, сформированное. Вот этот стереотип будет вас представить. Да? Понимаете, что? Мы не против вас, журналисты не против вас, но это стереотип будет за вами шлейфом идти. Хотя вы лично ничего не сделали такого. Значит, еще раз, вот. Жизнь, она всегда конкретна, и моя жизнь сложилась так, как она сложилась. Я совершенно искренне считаю, что мне в этой жизни есть чем гордиться, начиная от создания там основ рыночной экономики и кончая, может быть, моим там последним профессиональным достижением, что я был первым и пока единственным человеком в истории России, который вывел на Deutsche Börse ценные бумаги, значит, IPO среднего российского предприятия. Причем не нефтяного, а машиностроительного. Ну, металлообрабатывающего. Вот. Вот как-то так. Как это донести до людей? Андрей, а такой вопрос. У нас, ну вы знаете, я поменялся руководство «Справедливой России». То есть у нас прислан десант. Я выступала Елена Двапека, мы были на конференции, и она произнесла такую фразу, это то, что касается экономики. Она сказала, что модель... А Двапека теперь экономикой еще занимается? Ну, наверное. Да. Тогда я спокоен. Тогда я спокоен за экономическую программу «Справедливой России». Она произнесла такую фразу. Тогда я, пожалуй, займусь режиссурой. Тут буду давать советы, областному театру, как там им лучше что ставить. Но, тем не менее, да. Этот... вынесена сегодня на знамя регионального нашего отделения, она заявила следующее, что мелкотоварное производство себя не оправдало, необходимо возвращаться к крупнотоварному производству. Великий экономист. Вот, да, для Калужской области, насколько это утверждение конструктивно, или вообще, насколько оно реализует? Знаете, у меня был один приятель, который любил повторять такую фразу, не употребляй слов, смысл которых ты не до конца понимаешь. Я бы вот ее в данном случае точно адресовал госпоже Драпека. Что она имеет в виду под мелкотоварным и крупнотоварным производством, я не знаю, потому что вообще таких давно просто не... Это что-то такое, такого очень глубокого, гнетущего марксизма.
да, и оттуда... Да, ну это... Я могу только дальше за нее домысливать, да, но я не хочу этого делать. Зачем? Она же, наверное, что-то имела в виду, когда это произносила. Я могу вам сказать одно, вот почему мне очень легко дискутировать, например, с коммунистами или там эти вот «Справедливая Россия», там какой там «Социализм. Издание второе», потому что я в силу возраста учился в Московском университете тогда, когда, я, правда, учился на экономической кибернетике, но все-таки на экономическом факультете. У нас марксизм преподавали просто вот уже дальше некуда. Там 2 года спецсеминар по капиталу Маркса, политэкономии социализма и всякое прочее. Вот. Поэтому вот, я по образованию блистательный марксист. И другое дело, что я считаю, что это очень хорошая теория, только ее, упаси Боже, не надо применять на практике. Вот, как картинка, как религия, марксизм великолепен. Только упаси Боже эти советы пытаться как-то реализовать в жизни. Дальше получается то, что получается. Вот. Но вот мне в этом смысле очень легко дискутировать с ними. Поэтому вот вы приводите ко мне какого-нибудь хорошего коммуниста, такого вдумчивого, Идропеку, и мы с ним про мелкотоварное поговорим взахлёб. Как только я пойму, вкладывала она хоть какой-нибудь смысл или просто ей нравится слово. Расскажите, пожалуйста, как... Интерпретировать, что она имела в виду, что крупный бизнес лучше малого, возможно. Ну, что? Мировая практика подтвердила иное. Да? Скажите, пожалуйста, как вы вообще в целом оцениваете состояние экономики Калужского региона? А что вы считаете нужно там улучшить или там наоборот развивать? И вот с какой экономической программой вы приходите в область? И что вы как будущий депутат готовы будете сделать на работу по экономисту? И, потому что, как вы понимаете, главная наша компетенция именно в этом. Что бы вы как будущий депутат хотели бы сделать вот, ну, в экономическом плане? Ну, вы, по-моему, немножко опоздали, я просто вообще-то об этом говорил. Мне просто не очень ловко перед коллегами, чтобы повторяться. Андрей Алексеевич, а нужно тогда, так сказать, в продолжение этого вопроса. Экономическая программа, мы как, ну, представляем, что да, вы ее сформируете, потому что вы специалист в этой области. А предвыборная программа во всех других отраслях жизни, да, в жизни сводится к экономике. У вас есть какие-то ключевые представления по Калужской области? Или они сейчас будут формироваться по ходу дела в ходе того, как будет создаваться предвыборная программа? Вот смотрите, у нас есть... Какие-то ключевые есть еще у вас? У нас есть, как у партии, представление о том, как вообще должна быть устроена жизнь. Во всех, вообще понятно. Во всех ее. Нет, не вообще, что жить надо долго и счастливо, а конкретно ее наполнение. Где-то это может быть больше проработано, где-то это меньше проработано. Вот. Вот у нас есть некая партийная программа, которую можно почитать на сайте. Сейчас мы там в рамках предвыборной деятельности, вот Максим там с товарищем делает ее такой. Адаптированный вариант, потому что они считают, что там слишком много профессиональных терминов. Исходя вот из этих наших общих представлений, как должно быть устроено здравоохранение, в частности, что, скажем, очень опасно перекладывать то, что делает сейчас, все на ОМСы. На обязательно медицинское страхование. С другой стороны, что должно быть абсолютное равноправие частной и государственной медицины. И деньги должны ходить за больным, дальше неважно, куда он пришел. Не должно быть никакой ведомственной медицины. Это абсурд. Но это уже программа. Это должно быть законодательно. Я просто как пример привожу. Это должно быть законодательно запрещено. Вот, короче говоря, вот такие общие идеи, может быть, такого федерального уровня, в той мере, в которой они могут быть трансформированы с учетом все-таки специфики региональной ответственности и власти. Да? То есть, скажем, увы, нам не обойтись без повышения пенсионного возраста. Но это не вопрос региона. Вот
я имею в виду в переключении вот. на тематику. Да, ну так вот, скажем, наше общее представление о том, как должно реформироваться и быть устроено здравоохранение, мы постараемся, безусловно, перенести на региональный уровень в той мере, в которой это является ответственностью региона. Ну, понятно. А конкретные болевые точки какие-то, вот, яркие, еще они не очень? Ну, я облегчу вопрос. Значит, вот, скажем, главврач получает в разы больше, чем врач или заведующий отделение. Это региональный вопрос или федеральный? Я думаю, что это вопрос, который можно решить на, безусловно, региональном уровне, особенно в случае, если это бюджетная поликлиника или больница, безусловно. Безусловно. Скажите, вот такой вопрос, да, вот как вы относитесь к самой идее формирования регионального правительства с учетом вот тех голосов, которые наберут партии? Может ли она быть сформирована вот таким образом, чтобы каждой, да, каждой партии, в соответствии как бы с ее направленными голосами, давались какие-то министерские посты, да, чтобы она несла ответственность, в том числе и за исполнительную работу? Знаете, мне искренне кажется, что сейчас ситуация в стране настолько тяжелая и скверная, и взрывоопасная, что нам вообще впору говорить там о... термин может быть любой, но о каком-то правительстве народного единства. Значит, где, кстати, я, с одной стороны, этим горжусь, хотя, конечно, для меня это политически было не так просто. Мы на выборах мэра Новосибирска сделали коалицию от коммунистов до либералов. И честно выполнили условия коалиционного соглашения, что кандидат, который к концу выбора будет иметь максимальный рейтинг, все остальные снимаются в его пользу. И мы тоже сняли своего кандидата, хотя он был одним из безусловных лидеров гонки, и в итоге мы единороссов все-таки победили. Другое дело, что меня пришлось сняться в пользу коммуниста, что для меня, конечно, не очень естественно. Но, что называется, ничего личного. Значит, в этом смысле я считаю, что для действительно решения каких-то абсолютно перезревших экономических проблем, это может быть разнопартийная команда. Другое дело, что я не очень понимаю, значит, каким образом это будет еще с «Единой Россией» сочетаться. Вот когда, ребята, извините, вы все на свете уже проработали. Да, да, я ждал какого-то интеллигентного термина. Тогда как-то вот это была бы странная коалиция. Все, да, спасибо. Наверное, будем заканчивать. Еще можно пообщаться лично, у кого есть желание. Штаб будет работать здесь постоянно. Ну, до выдвижения списков он будет не суперактивен, но кое-что здесь будет происходить. А после выдвижения и этапа сбора подписей мы здесь всех ждем. И вообще, спасибо. Спасибо.